Давайте изучим интерьер тестируемого BMW X3 M40i. Ну, конечно, его можно было укомплектовать однозначно поинтереснее. Посмотрите, у нас идет сочетание только черной кожи вместе вот с таким интересным декор материалом. Вот если сюда добавить, допустим, коричневого, да, то было бы совсем другое дело. Что у нас для задних седаков? Доступен минимальный такой однозонный климат-контроль. Много вида сзади. Окей. Давайте еще с другой стороны посмотрим. Кинем взгляд. Интерьер со стороны пассажирского сиденья. Как-то так, друзья. Оценивайте от 0 до 10, как вам салончик BMW X3. Ну, а я продолжаю для вас двигаться по линии тест-драйва.